Депутаты от партии АОЛ тоже работают в регионах. Сегодня партийцы встретились с избирателями в Жаркенте, рассказали жителям о важных направлениях предвыборной программы. На встрече местные фермеры отметили, что, несмотря на большой потенциал развития агропромышленного комплекса в регионе, до сих пор дефицит поливной воды. Кандидаты согласились, проблему нужно оперативно решать. Партийцы также ознакомились с работой крахмало-паточного завода. Они обсудили перспективы развития предприятий. Я напомню, в регионе аграрии занимаются выращиванием кукурузы, сахарной свеклы и масличных культур. АОЛ Демократическая народная партия провели свою агитационную программу. Сегодня много обсуждалось по регионам. В Жетісуській області по агропромышленности очень большой потенциал.